Каперсы. Каперсы – цветки, вернее, не распустившиеся бутоны кустарникообразного растения семейства капустных, которые называют каперсником. Это колючий стелющийся кустарник, произрастающий в тропических и субтропических районах. Родиной каперсника принято считать Северную Африку и некоторые районы Юга Европы. Еще древние греки начали активно выращивать каперсник в качестве культурного растения, с целью использовать в пищу собственно каперсы. Также кусты каперсника часто встречаются и в диком виде. Чтобы превратить бутоны каперсника в настоящие каперсы, необходимо проделать серьезную работу. Бутоны собирают вручную на рассвете, перебирают, отсеивая непригодные к использованию, раскладывают на солнце для просушки, ялят. А после этого готовят по одному из многочисленных рецептов, для чего требуется около 3 месяцев. Каждый куст способен дать урожай порядка 3 кг бутонов за сезон. Поэтому выращивание и приготовление каперсов – такое же доходное занятие, как и содержание виноградников. Чем полезны каперсы? Химический состав каперсов отличается наличием многих полезных элементов. Семена бутонов содержат большое количество жирного масла, около 35%. Стебель растения содержит некоторое количество горчичного масла, которому плоды обязаны своим терпким острым вкусом. В состав каперсов входит много клетчатки, пищевых волокон, органических кислот. Полезные свойства каперсов обусловлены наличием витамина А, ряда витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витамина Е, йода, магния, кальция. При консервировании сохраняется множество полезных элементов. Однако тепловая обработка лишает эти овощи многих из них. Калорийность каперсов весьма незначительна. Всего 23 килокалории на 100 граммов продукта в консервированном виде. Употребление каперсов происходит обычно в маринованном виде. Для долгого хранения их обычно консервируют в маринаде на основе уксуса и соли. Как использовать каперсы? Маринованные каперсы используют для вкусового дополнения и приправы к самым различным блюдам – мясу, птице, рыбе, салатам. Их добавляют в пиццу и пасту, соусы, маринады, острые, холодные и горячие закуски. Добавляют в оливковое масло для придания ему острого вкуса. Часто каперсы используют в конце приготовления блюд, растертые и измельченные они часто заменяют соль и приправы.